Это котик, его зовут Леонард. Ему примерно 1,5-2 года. Он очень активный парень. Он любит у нас вести, так скажем, активный образ жизни. То есть это мы скачем, играем, веселимся, ловим мух, комаров. То есть такой не сидит на одном месте. По характеру он очень парень ласковый, общительный. Любвеобильный. Если Леонардик и кого-то заинтересует, то желательно в семью с детками уже постарше, да, которые будут осознавать и понимать, что это все-таки кошка, да, и которая может все равно как-то немного обидеть. Леонардика я нашла совершенно случайно, прогуливаясь по улице, и у него был выстрижено все пузо, у него вместо его шерсти были просто огромные комки колтунов, поэтому вот мне его, конечно, стало жалко, потому что все-таки это тяжело. Я его принесла в приют, мы его подстригли, кастрировали, привили от лишая, привили от вирусных инфекций, и сейчас полноценно ждем своего хозяина. С кошками он, кстати, очень общительный парень. Он любит как котяток, он за ними ухаживает, так и кошек. И с котами он дружит. Ну, конечно же, если его обижают, естественно, он может дать сдачи. То есть это самозащита, самооборона, это нормально. Но сам он первый в драку не лезет, он не конфликтный. Поэтому он очень такой парень, но спокойный. Из еды мы кушаем, конечно, также качественные сухие корма. Но также мы очень любим мяско. Мы очень любим курочку, мы кушаем кашки, супчики. То есть Леонард совершенно не привередлив в еде. Он такой парень, что ему дадут, то он и будет кушать. Также он очень любит хлебушек, булочки, печеньки и все такое сладенькое. Леонардик проживает в приюте не так уж очень давно, поэтому мы сейчас очень ждем своего хозяина.